В Сургуте минутой молчания отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие прошло у монумента воинам-интернационалистам. 34 года назад последние колонны советских войск покинули Афганистан, где в течение 10 лет шли боевые действия. Много горя было, много жертв, много погибших. Но хочется сказать спасибо вам, что вы продолжаете помнить тех, кто был вместе с вами, кто служил, кто погиб. Вы продолжаете нести эту память, как бы тяжело это ни было. Спасибо вам огромное. И наши искренние слова благодарности тем, кто сегодня продолжает нести честно и достойно звание воина России. Спасибо вам огромное. Пока мы помним, мы живем. И в тех, кто сейчас выполняет свой боевой долг, специальные военные операции, знают, что никто не будет забыт. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за наше Отечество. Мы их помним и всегда будем помнить. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и всех военнослужащих, принимавших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами нашей страны. Они готовы были рисковать и жертвовать своей жизнью. Профессионально и с честью решали самые сложные и опасные боевые задачи. Торжественный митинг завершился оружейными залпами и церемонией возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам.